В Ульяновске на площади 30-летия Победы проходит митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу. На площади собралось много народа. На митинг пришли участники молодежных общественных организаций, общественных объединений, представители власти, военнослужащие территориального гарнизона, ветераны вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня этот день, когда нужно помянуть тех, кто сделал все, в том числе и отдал жизнь за то, чтобы мы спокойно сегодня могли жить, работать, учиться, растить детей, внуков. Собравшиеся возложили цветы к вечному огню в память о воинах, павших в боях за свободу и независимость Отечества, провели минуту молчания. Мы ежегодно отмечаем этот праздник 23 февраля. И, несомненно, все памятные даты во всей России, в каждом регионе отмечаются именно такими событиями. И молодежь, как никто, самый главный помощник нам в организации и именно в том воспитании патриотического духа, который необходим. Россия во все времена славилась мужественными людьми, поэтому День защитника Отечества всегда напоминает нам о героизме российских солдат, матросов и офицеров, чтимых и уважаемых сегодня народом. В завершении мероприятия военнослужащие прошлись стройными рядами на площади, отдавая честь былым боевым товарищам. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.